Только сейчас отпустили, блядь. О, ты нихуя, ты еще и трезвый, блядь. Да пиздец. Ну, трезвый. Охуеть не встать. Пруэ. Мне не надо. Только что? Отпустили, прикинь, всю ночь, блядь, там не А пришли, быть. А за что? За эти, за провода? Да. На суд же ездил. А, и что сказали? 20 числа мне на паспорт, блядь. Я Черт. Тебя жду как бога, блядь. Бог пришел твой. Чёрт, ты расскажи, как ты провода был спиздить столько метров? 150 метров. Ну, как ты, блядь, заложил? И как-то умудрил. Ещё снимал с толпа. Ну, а что говорят-то? Говорят, что, посадят? Пока адвокат говорит, что вроде нет. Эй, ты ну, вот там... сам долбоёб, блядь. Ты зачем себе взял этого, блядь? Зачем взял себе? Нас я вот не буду нужен. Это перед камерой говорить. Зачем? Нахуй на тебе нужен? Нахуй ты провода пиздил? Ну спиздил как-то, что, 150 метров. А что ж ты, кому не надо? Еще Вася. Никому не надо. Кому не надо? Зарядку на телефон, да? На зарядку включи. А что ж ты, блядь, когти хоть на ноги одевал, когда на стол залазил провода отрезать, блядь. Да он их только отстриг недавно, те когти, блядь. Так носки же, откуда носки, блядь, даже? У нас носков, блядь. Опять носки? Это, слышишь, что раз? Блядь. Дай 100 рублей, Саня. Ну что? Саня, 100 рублей. Куда? Документ, на это, на паспорт. Я тебе дам. Так строится, я потом не найду. Все, дойдем это? Да ему сейчас паспорт да. Не даст. Почему он мне не дает, а я его говорю, блядь, дай паспорт. Я тебе не дам, ты пьяный. Мне тоже не давал кровь. Блин, ты бухой, блядь, когда подвезли. Саня, нету нахуй еще. Так я ему говорил, уже, блядь, я же ему сказал тебе. Ты бухой, блядь, тебе не дадут, а ты сказал, мне похуй, блядь. Ну я пошел, блядь. А хуй только ты сходил. Попытка не пытка же, блядь. Там вот этот мужик, вот этот, Кость. Как ты отнесся к очередному жмуру? Не задумался ни о чем? Ни о чем не задумался? Что я ты задумался. Там, ты там мог я быть? Я задумался. Ну, это не со мной отъехал. Я знаю, я что... Я бы его откачал. Ну, вообще, вообще. Он же брал сам, блядь. Он про тебя говорит. Ты не, не хотел бы такого же жизни. Нет, конечно, я поклялся вот человеку, да, вот даже без камеры говорю, я слово дал, что все. Я тебе сказал, я тебе сколько водку надо, я тебе куплю. Но не надо колоть. Ты дал слово, я дал слово, все. Просто понимаешь. Да тоже надо меньше, ёптань, уже, блядь, сил у вас нету ходить, блядь, ёпта. Особенно утро, блядь, когда встаешь, блядь. Когда утром вообще труба. Я вчера на весы стал, 69 килограмм вешу, ёпта. Так мало? Ну, полгода не пью почти. Тебе, значит, надо пить, блядь. Тебе надо кушать, блядь. Да. Чтобы... Сань. Я, блядь, бухал 80, 80 весил. Сань, в чем вопрос? Давай наливай. Наливай, нахуй. Сука, стакан полный. Да и зачем его в стакан переливать? Я так, отхлебну. Здорово. Я сегодня в полицию, блин, Лена, как нельзя говорить. Это неправильно, будет опять бить, блядь. А ты здесь в линейке был? А это, слышишь, Сань? Ну, знаешь, лыбанки взял? Взял. Короче, у меня надо достаточно. Давай послушаем. Не будем. Ну, одна песня. 20 числа, короче, суд. Рок, провод, да? Останкинский. Знали, чтобы с паспортом пришел. Блядь, какая мать. Останкинский суд. Нет. Какой? Пизды, пару бутылку водки. Я скажу. Ой, ой. Я был водки, все. Слад. Провода, дай. Этот, давай это возьмем. Вася. Ты подожди, ты где со Славой разговаривай. Сок это как он, томатного сока. Нет, томатный не надо. Томатный. А какой взять тебе? Яблочный. Яблочный взять да. Тебе. Пусть не возьмешь. Ставьте лайки, пацаны. Дай. Нет, провода. Все, мы тут это. А, сейчас, сейчас. Ставьте лайки. Что мы только у тебя скажем. Скажи.
Никаким блогером больше мы не снимаемся. Да не в том дело сниматься, блядь, Костян. Не в том дело, где сниматься. Мы не снимаемся, а бля, надо вылезти нахуй из этой ямы. Из этого болота, бля. Это моя главная задача, там можно даже не сниматься. Нахуй. Сань. Да. Вот снимаешь, да? Да. Вот кто там пиздит, вот на Санька на маэстро. Да ладно, все нормально. Не, сам все заебись. Пацан охуительный. Не надо, блядь. Кто на Слана там, вот, там на Черного есть. Кто хочет... Ребятки отдыхают, да? Кто хочет похудеть... Постоянно. Санек, кто хочет похудеть, приезжайте просто сюда. Кристина. Какая Кристина? Валя. Аслан тут открыл этот фитнес-клуб. Фитнес-клуб здесь. Кто хочет похудеть, приезжайте сюда. Сними, братан, нормально. Так, все, побежал. Аслан. Че? Пару бутылку водку возьми. Да, и сока. А что, ту уже выпили? Вот, вот. Как там сигарет называется? Ява золотая. Вокс капсула. Вок. Короче, блок с капсулой. Да я хуй. Вог, вог. Он не купит, не нужно. Вог. А потом купишь. Потом сама сходит. Ну, пока у нас ява хуй да куришь есть. Стас, брать. Сява хуй да куришь. Сигарету надо по-любому. Стас, как три жнели осталось. Выпиши вот эти его серые коморки, чтобы вообще слышно. Говори, брат. Хорошо. Ява сотка, две бутылки водку. И сок, да? И сок яблочко. Все. Шпротики у них тут все ништяк. Да они, глянь, Санёк, даже не доели. Ага. Шпроты. Зажрались совсем. Да ну. Да нет, да, нет. Чёрт чёрный ещё не говорит. Сейчас Саня говорит отсюда. Давай эту. Как её там? Тоже посидел. Посидел, пиздец, блядь. Больше половины не сидел. Как это? Звать-то ее, блядь. Кого? Хули кого звать? Ну, вот это, блядь. Газопровода продолжают возникать досадные препятствия. Там кого звать? Очередной судебный иск. Ну, вот это в интернете. Уже не в первый... С кем-то разговариваешь. Алиса. Алиса. Вот, Алиса. Где Алиса? Включи какую-нибудь песню. Сейчас, просто. Танцуй, танцуй. А ты его пока оставь выключенным, пусть он зарядится. А то вдруг я это... Надо быстро зарядить. Быстро? На 10-15 уже готовы. А то вдруг я потом куда-нибудь пойду и это... Да, заберу. Потому что это не мой. Я бы так оставил, но это не мой. Мне нельзя его проебать. Где-то Ром, наверное, еще пошел. Ром? Вот это не только...